По мнению главного военного эксперта России и председателя комиссии военных экспертов, коллеги военных экспертов генерала Владимира Александра Ивановича, то противостояние, которое сейчас мы наблюдаем между Россией и Западом, это противостояние цивилизационного уровня. И он там прямо называет, что это противостояние цивилизации жизни, цивилизации смерти. Но на самом деле, хотя о цивилизациях в последнее время говорят очень много, и президент наш вот на последних в ходе своих последних выступлений постоянно апеллирует к тому, что Россия – это государство-цивилизация, что то противостояние, которое мы опять-таки наблюдаем, это противостояние цивилизационное. Но на самом деле эта тема-то не нова, я так понимаю, про цивилизационное противостояние. И сегодня мы как раз об этом, наверное, в какой-то степени поговорим с Михаилом Васильевичем Демуриным, экспертом, ветераном дипломатической службы России, дипломатом высокого уровня, и поговорим в том ракурсе, что ведь это же наблюдалось где-то, наверное, ну, со второй половины 19 века, это уж точно. Во всяком случае, вот по мнению Михаила Васильевича, эти вопросы поднимались в творчестве того же самого Николая Яковлевича Данилевского, ну, скажем так, не очень восторженно встреченного, наверное, тогда публикой в то время, в конце 19 века, а сейчас на него вроде бы постоянно ссылаются и специалисты, и эксперты. Михаил Васильевич, добрый вечер, рад тебя видеть на нашем канале. И сегодня мы, предварительно обсуждая с тобой тему сегодняшнего эфира, говорили о том, что хорошо бы затронуть, конечно, некоторые вот эти вот, как бы сказать, теоретические, что ли, основания того, что мы наблюдаем сегодня. А они были заложены нашими великими учеными, просветителями, исследователями, философами уже в 19 веке. Хорошо, Александр Гаронович. Ну, приветствую прежде всего, приветствую слушателей всех. И да, действительно, уверен, что надо посмотреть внимательно на то, что писалось по поводу вот этого культурно-исторического или, как сейчас говорят, цивилизационного аспекта у нас в стране и в 19-м, и в начале 20 века, что важно. И в конце 20 века. То есть вот о чем мне хотелось бы сказать, и что я для себя считаю такими основополагающими трудами. Знаешь, как-то мне пришла, писал статью о Зиновьеве, и вот его книга «Запад и западнизм», о которой мы тоже сегодня поговорим, вот я ее отнес к книгам, которые, вот если ты прочитал, чем раньше ты ее прочитаешь, тем лучше для профессионала. Да? Ты по-другому просто будешь работать и понимать ситуацию. Потому что есть книги, которые там просто надо прочитать в жизни. Да? Есть книги, которые надо прочитать в определенном возрасте, а в каком-то возрасте перечитать. А есть вот такие профессиональные вещи, которые чем раньше ты их прочитаешь, тем лучше. А проблема-то заключается в том, что большинство людей, как я вот вижу сейчас, которые у нас занимаются внешней политикой, они эти книги по-серьезному, глубоко, по-настоящему не читали. А тут ведь вопрос в чем заключается? Не в том, что можно, например, ну, крупному руководителю попросить сделать себе там на 5-7 страниц выдержки из там, России и Европы. Вот я сегодня буду говорить, да, можно, в принципе, законспектировать. И общее представление о том, что такое книга России и Европа, значит, будет, у тебя будет это представление. Да? Но вопрос ведь заключается, как бы, нет, а суть-то заключается в том, что когда ты читаешь эту книгу, ты, во-первых, так сказать, перечитываешь какие-то мысли, ты возвращаешься назад, ты сам находишься в процессе становления, да? Ты медленно, вот это в этом суть медленного чтения, что оно способствует твоему, значит, становлению в качестве, ну вот, и мыслителя, и внешнеполитического работника. Мыслителя в широком смысле слова. Все мы мыслители. Если мы хотим разобраться, мы должны мыслить. А если уж мыслить, то надо глубоко мыслить. И зная, конечно, основные источники, в которых вот те или иные проблемы рассматриваются. Итак, вот если говорить о Николае Яковлевиче Данилевском, о его трудах, то прежде всего и раз и навсегда мы должны осознать, и вот видишь, как поздно мы это осознаем, что ни Шпенглер, ни Тойнби, ни Хантингтон, а Николай Яковлевич Данилевский
родил вот эту теорию цивилизации, или как он называл, культурно-исторических типов. Это первый момент. И второй момент, что очень важно, и что немножко так отставляется у нас до сих пор на второй план, это то, что он выступил системным, глубоким и ярым критиком понятия общечеловеческое. Вот это тоже очень важно. И по этому поводу у него был, ну, вернее, не у него, а с ним пытался спорить, значит, Владимир Сергеевич Соловьев, такой вот известный родоначальник нашей так называемой философии религиозного возрождения, значит, ну, бесполезно, да, там, я к этому перейду через какое-то время. Итак, значит, вот мир вот этот вот однополярный, да, он уже рушится какое-то время, да, формируется новый мир, многополярный, и вот принципы этого мира, они становятся более понятны, и возможные ходы при формировании этого мира становятся более понятны, и если мы вдумаемся в то, что в свое время говорил Николай Яковлевич Данилевский, а вот провидец, в общем-то, Федор Михайлович Достоевский, он вообще называл книгу «Россия и Европа» будущей настольной книгой всех русских. Вот так он считал. Так не получилось в 20 веке. Вот, сейчас уже вроде бы это было больше, чем полтора, почти два века тому назад, ну, полтора века, да, с небольшим тому назад, но, значит, в общем-то, это так оно и есть. Эту книгу мы всегда должны для себя держать в подсознании. И надо сказать, что и держали ее некоторые наши руководители в подсознании для себя, о чем я тоже скажу. Но сначала несколько слов о том, как была воспринята эта книга в XIX веке. Она, конечно, русским либеральным обществом в XIX веке была воспринята в штыки. В штыки. И мало было сторонников, а уж таких защитников было совсем по пальцам перечесть. Хотя идеи Данилевского развивали потом философы, там тот же, ну, ряд философов, не буду сейчас на них даже отвлекаться, скажу о главном его защитнике, и это Николай Николаевич Страхове. Более того, это вот удивительный русский человек, который, в общем-то, вот эту вот теорию культурно-исторических типов родил-то раньше Данилевского. Вот, у него у самого есть такая книга «Борьба с Западом в русской литературе». Но вот это вот, я ее вообще всегда, когда привожу, я сокращаю, говорю «Борьба с Западом», потому что на самом деле, если вот ее прочитать от корки до корки, то ты понимаешь, что вот это в русской литературе, это такое как бы, я уж не знаю, для цензоров это было сделано, или для того, чтобы смягчить немножко, вот не было бы вот этой пафосности «Борьба с Западом». Ну, в русской литературе, литературой тогда называлось все, включая и политическую публицистику. Да, то есть это вот в русском слове, да, борьба с Западом в русском слове, в русских смыслах, можно вот так вот даже сказать. Значит, и вот он параллельно с Данилевским родил те же самые идеи, но увидел, что у Данилевского они более системно и глубоко проработаны, и отдал ему полностью пальму первенства. Но мало того, он продолжил эту борьбу и уже в конце века активно защищал теорию Данилевского от нападок, значит, вот нападок Владимира Сергеевича Соловьева. Ну, Данилевский, я коротко по книге пройдусь, выделяет 12 таких вот культурно-исторических типов от египетского до романо-германского и русско-славянского, значит, и выводит несколько законов, очень важных законов, которые продолжают действовать и сегодня. Значит, первый закон – это закон языка, то есть у культурно-исторического типа должен быть язык преимущественно, значит, объединяющий либо вот тот народ, который представлен в этом культурно-историческом типе, либо группы, значит, либо народы. И, в общем-то, в итоге, вот посмотри, как романы германские, вот мне интересно, кстати, очень, произошли две вещи за 20 век, значит, вот отвлекусь, потом перейдем ко второму закону, значит, произошли две вещи. Первое, вот мы говорили о понятии общечеловеческое, значит, вот
сначала романо-германскую цивилизацию подмял под себя англосаксонский тип. Понимаешь, полностью? То есть романское в этой западной цивилизации, как она сегодня существует, было отодвинуто на второй план, так? И, значит, так сказать, произошла своего рода приватизация вот этого культурно-исторического типа романо-германского англосаксами. Но дальше они приватизировали и понятие общечеловеческое. То есть они свое понимание человека, мира, взаимоотношений человека и мира, свое собственное, которое присутствует в их культурно-историческом типе, стали навязывать всему человечеству. Вот. Это, в общем-то, и стало сутью, с одной стороны, процесса вот этого однополярного мира формирования, но и предопределило его крушение. Потому что это невозможно. Это народы позволить не могут. Не могут, в принципе. Значит, дальше. Сейчас, извини, я поправлю немножко. У меня проседает немножко телефон. Вот так вот. Вот, значит, второй закон – это закон, непреложный закон наличия политической независимости собственного государства и, ну, в общем, такого внутреннего суверенитета, значит, у того, кто претендует на право, значит, быть самостоятельной цивилизацией, самостоятельным культурным историческим типом. Дальше, значит, есть закон, и он его обосновывает, самобытности культурно-исторических типов. Что из него вытекает, из этого закона? Это то, что попытки навязать свою цивилизацию другим народам не будут иметь успеха. Значит, между цивилизациями возможно взаимодействие, но культурные и такие смысловые контакты между цивилизациями имеют противоречивую природу и могут, и надо отдавать себе отчет, что вот это вот культурное взаимодействие между народами, оно может нести как благо, так и зло. Вот, и мы убедились в этом. Мы по положению на вот перестроечные годы, да даже на конец брежневского времени, считали, что вот эти вот культурные связи, они благо. Да? Давайте все дружить, давайте развивать культурные связи и так далее и тому подобное. А Данилевский полтора века до этого предупреждал, они могут быть злом. Если ты не самостоятельен, если ты не готов, так сказать, воспринимать все, что тебе навязывается, с прочной своей собственной культурно-исторической точки зрения. Вот. И, соответственно, вот такая мысль у Данилевского, очень важная для нашей жизни, в общем-то, и мы видим вот эту свою ошибку конца 20-го, начала 21 века, это то, что творить по чужой мерке означает признавать бессмысленность и ненужность своего исторического существования. Вот это очень-очень важно. И ты знаешь, вот просто поражает, как он вот это все ясно, четко сформулировал, и как это все повисло в воздухе. Понимаешь, повисло в воздухе. Значит, о советском времени мы еще поговорим, но было же постсоветское время, когда эта книга была в доступе, да, пожалуйста. Читай, погружайся, думай, применяй. И были, много было подвижников, да, много было подвижников. Они и сейчас есть, эти люди, которые занимаются, вот откроешь интернет, и там, вот Буренков, например, такой есть, у него прекрасный канал сейчас «Россия, не Европа», значит, в Телеграме, проводил много конференций. Сейчас действительно в Крыму постоянно уделяется внимание этой тематике, потому что там было его имение, и там проводятся там конференции и так далее. Но это узкая группа, значит, вот единомышленников, а практического выхода, в, так сказать, в политику, актуальную политику, к сожалению, эти идеи не особо и имеют. Дальше.
Ну, мы уже говорили, да, вот мысль о том, что тут более развита эта мысль в четвертом законе, что составные культурно-исторические типы, это вот тот же вот русско-славянский культурно-исторический тип, вот эти типы достигают вершины своего развития, когда все народы его составляющие пользуются наибольшей самостоятельностью. Вот этого никогда не произошло в славянском культурно-историческом типе. И, значит, вот мы видим и имеем то, что мы имеем. Ну, Данилевский определял время и периоды жизни культурно-исторического типа. Я на этом останавливаться не буду, потому что это уже такой, ну, более исторический аспект. Вот. Но вот что еще важно? Важно, что Данилевский подчеркивал, что каждый культурно-исторический тип имеет как бы свою генеральную главную идею или идеи, которые он развивает и в которых он, значит, совершенен особо. То есть каждый культурно-исторический тип многогранно себя проявляет в истории. Но, например, греческая цивилизация, греческий культурно-исторический тип, который ушел, да, уже вот, он довел до совершенства идею красоты. Европейская цивилизация, науки о природе, там семитские племена, они были совершенны и достигли вот высот, прежде всего, в развитии религиозных идей. Вот. И, значит, соответственно, наша цивилизация, русская цивилизация, это вот такой чертой, что ли, главной чертой русской цивилизации Николай Ильич Данилевский считал отсутствие насильственности вовне, то есть мы не являемся завоевателями, значит, и второе – это приоритет общественного над индивидуальным. Вот тоже, понимаешь, более полутора лет назад сформулировано, а тоже, так сказать, возьми 90-е годы, и все делалось противоположное, да? Вот. А вот как раз советская цивилизация, она больше соответствовала вот этим вот идеям, которые открыл для нашего культурно-исторического типа, или сформулировал, более точно сказать, для нашего культурно-исторического типа Николай Яковлевич. Вот, значит, и он еще подчеркивал очень важный момент. Это, значит, с одной стороны, русский культурно-исторический тип или представители русского культурно-исторического типа – это люди, которые умеют повиноваться, в то же время отличается отсутствием властолюбия и корыстного практицизма. Строим свою культуру, основываясь на близости к природе, на единстве чувств и разума, то есть не отдавая приоритет только рацио, да, только рациональности, вот, и во взаимодействии власти и народа, и церкви, и государства. Вот. Ну, как я уже сказал, после смерти Николая Яковлевича, его, особенно вот в этот период конца 19-го, тут ведь очень важно, что вот эти все свои замечательные идеи, консервативные идеи, он родил в век такого вторжения либерализма в историю нашей страны, в каждодневную жизнь нашей страны. И, соответственно, вот по максимуму они проявились на рубеже веков, эти идеи, и, соответственно, и критика была очень и очень ярая. Вот. Но вопрос-то не в том, что критики были вот, философы, да, критиками теории Николая Яковлевича Данилевского были философы. Не это самое главное. А главное, что власть не захотела к нему прислушаться. Власть не захотела к нему прислушаться. И тут я вот, завершая, пожалуй, мой рассказ о нем, хочу сказать, что много сейчас говорится, а вот у него такое предсказание не осуществилось, вот такое вот не осуществилось, и все. Но те, кто будет внимательно читать эту книгу, или кто читал ее, он знает, что всегда у Данилевского написано так, вот будет так, если власть будет делать это, народ будет делать это и так далее. То есть у него прописаны условия. И вот практически нигде эти условия и выполнены не были, и прежде всего самой российской властью.
Значит, ну, в 20 веке теория Данилевского практически, значит, в общественном, в таком открытом пространстве не существовала. Да, мы не берем время. Конечно, его идеи были известны русским философам первой четверти 20 века, тем русским философам, которые творили за рубежом, но у нас в стране эта книга была, так скажем, убрана, да, из общественного употребления, хотя Иосиф Виссарионович Сталин, есть такие свидетельства, держал ее в своем книжном шкафу, если, может быть, она не была не настольной книгой, но он держал ее в своем книжном шкафу и явно совершенно к ней обращался. Но я скажу так, что это уж так сложились обстоятельства, или это целенаправленно, это учитывалось. В принципе, идеи Данилевского, они естественные идеи, и они вполне могут существовать в разных теориях и в разных политических доктринах. Но вот идея построения социализма в одной отдельно взятой стране, это, конечно, из категории вот этого вот культурно-исторического типа, который развивается самостоятельно, да? Вот. Или, значит, да, и, соответственно, вот то, что произошло у нас в середине 30-х годов, такое последовательно, а, в общем-то, и раньше, это так относят историки к этому времени. Я считаю, что это гораздо раньше началось, в конце 20-х уже. Вот это восстановление уважения к многовековой отечественной культуре, истории, к русскому народу как главному носителю русско-славянского культурно-исторического типа. Все это во время Сталина было и достигло пика вот в конце 40-х, начале 50-х годов. Но дальше посмотри, в международной политике, значит, устав ООН, какое главное положение? Положение о суверенном равенстве государств. Что это, как не мысль Данилевского о том, что культурно-исторические типы абсолютно равны в своем достоинстве, да, и абсолютно имеют право развиваться самостоятельно так, как они хотят, и, соответственно, неприменимы критерии одного из культурно-исторических типов к другим культурно-историческим типам. Что мы и наблюдали, значит, с конца 80-х и особенно в 90-е годы, когда критерии одного культурно-исторического типа во вред развитию вот нашей планеты всех культурно-исторических типов стали навязываться другим, значит, типам. Дальше. Вот что это было? Значит, это была чисто практическая мысль. Вот Сталин видел дальше создание, скажем, Совета так где-нибудь в 43-44 году. Появилось такое обращение, вот оно присутствует в книгах, в фильмах, славяне, вот все время наши солдаты, да, говорят славяне, а что славяне, ну что там было славян, да, чехи, да поляки, да, вот, так сказать, дивизии, потом корпуса, ну, это капля в море, по большому-то счету, вот в нашей Красной Армии, да, или рядом с нашей Красной Армией, а обращение славяне присутствовало, в общем-то, и внутри самой Красной Армии. Это тоже о многом говорит. Вот. Ну, то, что Иосиф Виссарионович Сталин абсолютно железобетонно понимал и исходил из того, что Запад ведет против нас именно войну цивилизационного плана, да? Вот, что он нас уничтожает не как государство, хочет уничтожить не как государство рабочих и крестьян, а как именно русскую цивилизацию. Это тут, так сказать, совершенно для меня очевидно, вот это его понимание. Значит, а вот в брежневское время, вот в поздний советский период, мы видим борьбу внутри Советского Союза, борьбу, вот скажем, почвенников, да, вот тех же писателей-деревенщиков и вот это либерально-прозападного сегмента, который, к сожалению, и взял вверх. Но, что мне кажется важным подчеркнуть, вот я себя помню, и ты себя помнишь в это время, значит,
как бы то ни было, мы все равно чувствовали вот этот вот цивилизационный, культурно-исторический компонент в ненависти Запада к нам. Никогда, вот, ну, вот мы особенно в Африке это очень, очень хорошо ощущали, значит, и мне вот поэтому было странно, честно говоря, когда наш президент стал говорить о том, что вот когда был конец 80-х годов, начало 90-х, казалось, что вот, так сказать, уже не как бы, ну, он даже как такое слово употребил странное, что уже другая страна, вот как он сказал, что у нас уже другая страна, значит, и что у Запада нет оснований вести против нас такую же войну, как он вел, значит, вот, против Советского Союза. Ну, это мне было странно, потому что у меня, вот, скольких я знал его коллег и там, ну, разных представителей разных структур, которые занимались внешней политикой и в Африке, и в МИДе, когда я работал. Ну, может быть, единицы так думали, но я даже таких, честно тебе скажу, и не знал. Но надо сказать, что в МИДе вообще-то вот африканский департамент, ближневосточный, они всегда были более такие патриотические, почвеннические настроены, именно потому, что они общались-то вот с другими культурно-историческими типами на основе уважения к ним, к их истории, к их культуре и так далее. Вот. Но, значит, что сегодня мы должны из теории Данилевского прежде всего для себя постоянно держать в уме? Это его идея о исконной враждебности романо-германской цивилизации к другим цивилизациям. Это так, и никуда ты не денешься. И когда кто-то у нас говорит, есть два ведь заблуждения у нас. Первое заблуждение – это то, что вот, значит, есть такие вот плохие вот сейчас, значит, элиты, они вот глупые, они куда-то заблудились, а в Европе есть другие элиты, и когда-то они появятся и, значит, поймут, что надо с Россией дружить. Нет там других элит, нет по-настоящему. Там есть люди, ну, та же вот Сара Вагенкнехт, да, вот это скорее потомки вот этого уникального явления ГДР. Понимаешь, это все-таки были люди, которых удалось несколько развернуть от романа германского типа цивилизации. Понимаешь, скорее в сторону русско-славянского культурно-исторического типа. Ну, может быть, я немножко идеалистически смотрю на это, но мне кажется, что это так. И вот еще что интересно, что у Данилевского в середине XIX века была мысль о том, что насильственный характер романо-германского культурно-исторического типа неизбежно приведет к вырождению, значит, вот, христианства во всех его формах, которые присутствуют вот в Западной Европе. В силу вот этого насильственного характера самого культурно-исторического типа, которые, ну, что ли, более имеет более глубокие исторические корни, чем даже христианство на, значит, земле Западной Европы. Вот. А второе заблуждение – это то, что, значит, вот, мол, не элита уже, а как бы в целом вот сейчас Запад выродился, а вот был такой вот хороший якобы Запад, вот, помните, какие были фильмы американские в 60-е и 70-е годы, да, вот Никита Сергеевич Михалков тут недавно так вот как бы с придыханием говорил, да, я помню эти фильмы, я все это помню, но дело все в том, что я в 80-м году в первый раз, вот, но изучив глубокую историю колониализма 20 века, я был в Африке, я знаю, что там происходило, да, и я помню, как эти чудесные люди, которых изображал там тот же, ну, я не знаю, там, Голсуорси, да, в саге о Форсайтах, вот, а какие-то отпрыски этих семей, служа, значит, в Африке, отрезали головы и делали из них такие стенды, как бы, как вот бабочки прикалывают там, да, они голову прикалывали других людей. То есть вот этот присущий им внутренний расизм, значит, он был во всем.
Или вот сейчас не вспомню я замечательное произведение одного южноафриканского писателя где-то 50-х, 60-х годов, «Любовная история», когда молодой человек абсолютно внешне белый, но у него в роду, значит, была черная там бабушка, да, он незаконно рожденный. И вот он не может соединиться с такой же белой девушкой, потому что он черный. Он белый внешне, а он черный, понимаешь? И он лишен всех прав. Это вот государство апартеида. И когда ты живешь рядом с этим, ну что тут, ты соответствующим образом и формируешься. Ну я, ты знаешь, наверное, не удастся все в одну передачу нам это дело, к сожалению, уложить. У нас буквально, я думаю, с тобой минут 10 осталось. Я, ты знаешь, некоторые общие вещи скажу о другом, совсем неизвестном, значит, нашем замечательном, такому, как бы тебе сказать, внешнеполитическом мыслителе Юрии Сергеевиче Карцове. Вот тебе говорит что-нибудь это имя? Нет? Нет? Вот. Я тоже его, ты знаешь, узнал лет 10 только назад и очень благодарен, значит, вот судьбе, что так сложилось, что я узнал об этой его работе. Тоже, конечно, большое упущение, и ведь учился я там на всяких курсах повышения квалификации в Дипакадемии там и так далее. Значит, так вот, был такой Юрий Сергеевич Карцов в начале, ну, он, значит, поступил на дипломатическую службу в 1879 году, потом, значит, оставил службу в 95-м, краткое время служил в Министерстве финансов, а потом вышел в отставку, поселился в своем имении в Сувалках и до Первой мировой войны издал несколько книг по вопросам внешней политики. И вот одна из его замечательных книг, ну, в общем-то, главная его книга, она, значит, называется «В чем заключаются внешние задачи России?» в скобочках «Теория внешней политики вообще и применительно к России». Вот он был монархистом, да, но сами его идеи привели в какой-то момент к пониманию, что вполне возможной альтернативой монархическому правлению может стать, как он это называл, народная диктатура. Народная диктатура. Значит, он был сторонником упрочения национальной самобытности России, что в либеральной России было, сам понимаешь, не очень приветствовалось. Вот, он был последовательным критиком компромиссного характера внешней политики нашей страны в тот период, соответственно, категорическим противником установки на союз с Великобританией. Он был, как и многие русские патриоты, сторонником того, что континентальные державы должны устанавливать собой, между собой прочные отношения, то есть мы и немцы, мы и Германия. Вот, и, значит, он был последовательным критиком нашей экономической зависимости от западноевропейского капитала. Ну, в общем-то, в этом он и видел, значит, корень вот этого всего. Вот, и вот что, вот просто буквально несколько, значит, его мыслей. Значит, главная триада Карцова, в которой он видит основу благополучия государства и условия проведения любым государством эффективной внешней политики. Это первое, удержание своей территории. Вот это мы сейчас имеем. Если сразу, давай вот если мы говорим, проецируя это на сегодняшний день, его мысли, потому что его мысли потрясающе актуально звучат. Потрясающе актуально звучат. Значит, для сегодняшнего дня. Так вот, значит, первое – это удержание территорий, и это мы сегодня уже видим. Так? Второе – это культурная однородность. Этого мы не видим. И мы не видим это в двух, как минимум, плоскостях. Значит, но главное – это вот что мы наблюдаем последнее время, это просто последние дни, это просто какой-то наглый всплеск вот этой либеральной, такой либерально-дьявольской какой-то активности культурной, да, и на показ все это вот так вот нагло, на показ, значит, демонически просто.
Вот. И вот важнейшая идея – это экономическая самостоятельность. Вот. И дальше он, значит, вот имея в виду эту триаду, развивает свою мысль о том, какой должна быть внешняя политика. И первая и главная его установка – это на то, что исходной точкой любой внешней политики государственной должна быть общенародная польза. Общенародная польза. Ну, понятно, 90-е и 2000-е годы – это была абсолютно явно корпоративная внешняя политика у нашей страны. И во главу угла ставилась совершенно не общенародная польза и даже не общегосударственная польза. Да? Можно ведь действовать хотя бы в интересах государства. Нет, внешняя политика строилась в интересах корпораций. Мы это видели на западноевропейском направлении в отношениях с той же Германией. Мы это видели на Украине, да, как корпоративную, то есть вот внешняя политика в интересах корпораций. И, значит, и он пишет, что должна-то быть во внешней политике установка на общенародную пользу, а история показывает нам многочисленные примеры, когда соображения государственной пользы заведомо приносятся в жертву либо личным влечением народоправителей. Вот видишь, уже начинается у него такой отход от монархизма. Значит, внешняя политика может приноситься в жертву личным влечением народоправителя, либо материальным интересам правящих сфер. Ну, просто, вот ты понимаешь, не в бровь, а в глаз. Вот. И вот еще что важно, что в раздробленном, культурно раздробленном государстве, в стране, в культурно раздробленной стране, в культурно раздробленном обществе, значит, даже если ты ставишь во главу угла вроде бы стремление государственной пользы, то сущность этой пользы и способы ее достижения всякий понимает по-своему. Но тоже, мне кажется, настолько это актуально к сегодняшнему моменту, все только говорят, он государственник, государственнические интересы, в интересах государства. А дальше ты смотришь, а это, так сказать, в значительной мере через государство, это те же приватизированные, значит, интересы, то есть или возведенные в ранг государственных интересы частных корпораций. Ну вот давай мы на Корцове на сегодня на этом месте закончим, потому что у него очень много интересного. Работу, конечно, могут найти наши слушатели, и я предлагаю посмотреть ее, и, значит, когда мы будем говорить в следующий раз о нем, может быть, даже будет интересно, прочитав уже работу, послушать, что я, например, выделяю, а что сами для себя слушатели выделили. Вот, очень-очень у него много актуального. А дальше мы поговорим об Александре Александровиче Зиновьеве, вот, и будем говорить о двух его книгах, значит, это «Запад и западнизм», и 99-го года книга, посвященная вот тоже цивилизационному, значит, вот этим, ну, основаниям, что ли, вот в внешней политики. Ну, Александр Александрович, это, конечно, кладезь мудрости. И опять же, вот это же и происходит, это, значит, вот грусть и тоска, что он писал вот эту вот работу, она называется «Великий эволюционный перелом», значит, в 1999 году. И что он там сформулировал? Вот я на этой мысли, пожалуй, что закончу. Он сформулировал такое понимание важнейшее, что, значит, одновременно вот нынешний мир характеризуется тремя понятиями: западнизация, американизация и глобализация. Да? И, значит, мы поговорим о всех этих трех понятиях, но он все это сводит к тому, что американцы подмяли под себя весь западный мир, и американцы осуществляют глобализацию по-своему. И, соответственно,
весь западный мир и является проводником, и будет являться проводником идей США. И ничего другого быть не может. И не надо жить в мире иллюзий, что может быть какая-то отдельная самостоятельная Западная Европа, значит, или, так сказать, какие-то там, или Япония, например, может быть какой-то самостоятельный. Но, Александр Георгиевич, ну ты посмотри, значит, 99-й год, а после этого еще было, ну, минимум до 2007 года, до 2000, может быть, даже 2010, все какие-то потуги, значит, с Европой установить особые отношения, оторвать Европу от США, противопоставить Европу США. Сколько в это было вложено, сколько за это было заплачено. Пытались какие-то общие пространства с этой Западной Европой там делать и так далее и тому подобное. Но своих умных людей никто не слушал, никто не знал. И вот, значит, это было в прошлом году, осенью, да? Был юбилей. Да, он 22-го года. Значит, если я не ошибаюсь, но, по-моему, это, да, 22-го года, но это просто слезы. Величайший человек Зиновьев, величайший мыслитель, причем это вот точно из категории забитого двух небитых дают, потому что он и осознал свои ошибки, и как бы не то, что ошибки, а, ну, во всяком случае, он понимал, что, как он говорил, что знал бы я, как бы, да, ну, это известная избитая фраза, целили в коммунизм там, или как-то в СССР, а попали в Россию, в коммунизм, а попали в Россию, вот, и что часть своих вещей, может быть, бы даже он не стал, если не писать, то публиковать. В общем, страдал, конечно, человек от того, как развивалась ситуация в нашей стране. И величайшее наследие есть его, оно разрабатывается его, значит, вдовой, его учениками, его сторонниками его теории. Очень интересно работает Зиновьевский клуб, но это все равно остается в неком таком смысловом гетто. А власть, как не слышала, и она как бы изобретает вроде бы чего-то. Помнишь, мы говорили в одной из наших передать, что власти свойственно говорить, что вот, так сказать, Владимир Владимирович Путин теперь открыл патриотизм. Или там вот это вот такая выдающаяся новая мысль, вот она появилась наконец в 2022 году. Там, да? Ну, люди же работали. Был Кожинов Вадим Валерьянович в 90-е годы, был Сергей Георгиевич Карамурза. Значит, очень показательно, кстати, что вот и Сергей Георгиевич, и вот Игорь Ростиславович Шафаревич, они из таких сферы точных наук, да, люди, которые, но которые вот этот вот, будучи учеными и системщиками, они вот этот культурно-исторический компонент прекрасно чувствовали. Но вот посмотрел математика Шафаревича, книги «Русофобия», 10 лет спустя. Россия – мировая катастрофа. Духовные основы российского кризиса 20 века. Будущее России. Русский народ в битве цивилизаций. Вот я некоторые его работы, да, назвал. Ну, вот давай вот мы, значит, к Карцову вернемся и потом поподробнее о Зиновьеве поговорим, потому что это очень, очень интересно и злободневно. Вот так я предлагаю. Все договорились, крайне интересно и на самом деле это крайне актуально. И благодаря твоим подсказкам, много чего в голове проясняется. Понятное дело, что надо, конечно, читать. Ничто не заменит нам вдумчивого, хорошего чтения замечательных книг наших мыслителей. Спасибо огромное, всего доброго и до скорой встречи, Миш. Спасибо тебе, Александр Гарунович, и привет всем нашим слушателям. И самое доброе пожелание. Будьте здоровы.